Лепешки – это идеальный, некалорийный вариант замены хлеба. Бездрожжевое тесто гораздо быстрее и легче усваивается организмом человека, а энергетической ценности такой вид выпечки не теряет. Такие лепешки являются универсальными и замечательно подойдут как к основному блюду, так и на закуску в виде тортильи. Если же вы не вегетарианец и фигура ваша в полном порядке, раскрою вам секрет. Лепешки будут еще вкуснее, если вместо растительного масла вы используете сало. Так с тестом будет приятно и легко работать, оно не будет прилипать к рукам и скалке. Как приготовить лепешки, на сале или растительном масле выбирайте сами, но я уверяю, получится одинаково вкусно. Муку смешайте с солью и маслом. Перемешивайте смесь до тех пор, пока она не превратится в крошку, напоминающую тесто для песочки. Аккуратно и постепенно добавляйте воду, каждый раз вымешивая, до тех пор, пока тесто не станет эластичным. Процесс займет 2-3 минуты. Готовое тесто должно быть упругим и эластичным, а главное однородным, без комочков. Оставьте тесто на 15 минут, прикрыв салфеткой. Спустя время, отдохнувшее тесто разделите на 10 одинаковых по размеру шариков. Раскатывайте каждый из шариков в круглый и тонкий пласт. Обжаривайте на сухой раскаленной сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Вот такой румяной должна получиться лепешка.